Да я не знаю по поводу этой школы. Что-то как-то, блядь, разонравился мне этот сериал. А я так его обожал. Девочка, мою ручку не видели? Она что, у тебя одна? Может, и одна. При всем классе ты ставишь мне 5. Тебя не должно волновать, кто что говорит. Ага, не удивлюсь, если она еще ответы ей дала. Что же будет, если я на следующий урок приду без домашнего задания? Круто, спасибо. Ну, пожалуйста, не за что. Да, ну ты идешь, сколько тебя можно ждать? Опа. Да, конечно, иду. Значит, встретимся после занятий. Идем. О-о-о, блядь, спойлер жесткий, сука. Походу я понял. Ля какая. Сука, ну алло. Сейчас. Добрый день. Сегодняшний урок мы начинаем с проверки домашнего задания. Нет, не с проверки домашнего задания, а с того, что мобильные телефоны, пожалуйста, передайте сюда, на первую парту. Блять, этот трек, который у них играет, я его примерно так и слышу. Ой, выключи, пожалуйста. Кто, блять, вообще его написал? Ребята, телефоны остаются здесь на первой парте, так как вы их сложили. И после звонка вы подходите и все забираете каждый свой телефон. Договорились? Бля, какая охуевшая. Из-за тебя не будут мешать телефоны на парте? Нет. Ну что, приступаем к домашнему заданию? И опять мы к домашнему заданию не приступаем. У нее биполяр очка? Че, блин, за хуйня у нее происходит? Итак, ну чё, а нет, ничего. Очки. Достаем влажные салфетки и... Влажные салфетки. И все вытираем губную помаду. Вы пришли в школу на урок. А то как шлюхи, блин, помады обмазались, да? Все, да? Губы красите, значит, члены сосете, блядь. А ну быстро постирали, блядь. А ну быстро, блядь. Пожалуйста, сделайте то, что я попросила. Анастасия Алексеевна никогда нам не запрещает ходить с блеском. Анастасия Алексеевна слишком добра к вам. А вы этим пользуетесь. Вытирайте, пожалуйста. Да, она ведет себя, как я на Твиче. Так! Эти стримерши накрасились, блядь. Блеск для губ. Ведут себя вызывающе, вульгарно. Так у них и так там ничего нет на этих губах. Что они там пытаются стереть? А вот теперь мы продолжим проверять наше домашнее задание. А вот и нет, да? Лёша, выходи к доске, пожалуйста. О, все, попался, блядь. Ну а хули ты, Галкин, ты один парень вообще на один это, среди всех девочек. Пиздец, у него почерк. Не, ну как бы у меня тоже, да, но... Ну что там, Алексей, получается? Подожди, его Алексей зовут, блядь. Ну, так себе. Алексей, не могу тебе поставить 5, так как подготовился ты, честно говоря, плохо. Садись, пожалуйста. Пиздец душит, а? Лиза, выходи к доске. Серьезно, я? Спасибо. Ну, молодец, Лиза, правильно решила. Садись. Спасибо. Пожалуйста. Конечно, правильно, она же ее мама. Ага, не удивлюсь, если она еще и ответы ей дала. Всем понятно по домашнему заданию. Она подготовила заранее ребят перед уроком. Все, короче, посмотрела, выучила и шутки придумала. О, точнее, ответ. Остальные примеры я проверю, когда вы мне зайдете тетради. Сейчас начинаем новую тему. Записываем квадратичные функции. Ебать, как меня эта музыка, сука, раздражает уже. Блять. А можно еще громче, итак, нахуй? Это функция вида y равно а умножить на x в квадрате. Кого? Плюс b умножить кого, на x плюс блин? C. Еще раз, не услышал. Что значит y умножить на а, блядь, y на x, нахуй. Я просто вообще уже все забыл. Я и так по алгебре, у меня двойки были вообще всегда. У меня по всем четвертям 2, 2, 2, 2, 2.
Я не понимаю, что значит Y? Что такое X? Y, блядь. Как можно умножить X на Y? Это ж буквы, блядь. Как их можно умножать? X, Y. Чего, блядь? Ну, умножаешь ты, что, получается, хуа? Как это вообще, я не понимаю. Пиздец. Ебать, ты серьезно? Да! А то формулу, и чё? Я тупой, да. Где? Я ж клоун, мне чё, мне надо, мне знать надо, что ли? Нет, мне похуй, я ж клоун. А и Б не равны. А и Б, блядь, сидели на трубе. Вот это я знаю, блядь. А упала, Б пропала, кто остался на трубе? Вот это я знаю, кстати. А эту хуйню я не знаю. Но нулю, а x и y это переменные. Именно этот график называется квадратичным. По этой теме на следующем занятии будете писать самостоятельную работу. Сейчас готовьтесь к следующему уроку. Пиздец. Всем спасибо. А в чем прикол-то был? И чё, а каков итог? А, x, b, блять, умножить на y плюс равняется а, 8, а, я, u, b, v, g, d, нахуй. И чё? И зачем это мне знать? Зачем это им знать, этим детям, которые там сидят? На кой хрен им это знать? Чтобы что, блядь? Чтобы потом стоять на кассе в Макдональдсе и что, игреки там? И о, блядь, так, вам игреком сдачу дать или иксом нахуй? Я не понимаю просто. Сука. Зачем ты это делаешь? Делаешь что? Мама, ты при всем классе меня вызываешь к доске и при всем классе ты ставишь мне 5. Поэтому она при всем классе стоит теперь и прям орёт, короче, на весь кабинет. Типа, да, ну... Лиза, я просто делаю свою работу. Выходила не только ты к доске, Лёша. Она и 5 поставила? Тоже раз. Выходила. Да, мама, выходила, но за малейшую ошибку ты его наругала. И прикинь, просто сейчас весь класс шепчется о том, что ты, моя мама, учительница. Так, Лиза, тебя не должно волновать, кто что говорит. Я ставлю оценки, которые считаю справедливыми. Хорошо. Давай проверим, что же будет, если я на следующий урок приду без домашнего задания? Лиза, вернись, пожалуйста. Бунтарка. Куда на Новый год планируешь полететь? Еще не знаю, родители не особо куда-то хотят ехать. А ты куда? А мы планируем полететь в Китай. Мне так не терпится. Серьезно? В Китай? Я там никогда не была. Я тоже. Мне кажется, будет интересно. Mm-hmm. А какой ты подарок будешь просить? Я, кстати, тоже не был в Китае. Мне кажется, это и правда интересно. Ну, я не знаю, когда поеду туда. Может быть, нет, не завтра. Возможно, ну, не знаю. Ну, в следующем году. Блять, вот. Вот так вот их диалоги, знаете, что происходит, да? Как будто реально по тексту читают. Да так, еще не особо решила, но думаю, новый телефон. Единственная проблема, я не знаю, в каком платье пойти, в красном или в золотом. Я, наверное, в синем буду, я его еще весной. Не, ну если ты в красном придешь, то тебя училка нарет, скажет, так, ты что тут слишком вызывающе одета, давай-ка в черный, чтоб лица видно не было. Ты не переживаешь? А чего мне переживать? Ну а вдруг ты не влезешь? Блин, и вправду, а вдруг я в него не влезу? Ой. А времени на спортзал вообще нету. Так, стоп, она не обиделась? Ну, я просто сейчас... звучало как охуительное оскорбление. Ну, у меня тоже. Так может узнаем у нашего хореографа и будем к нему на занятия ходить? Точно, после уроков сразу же к нему схожу. А возьмите меня с собой, я тоже занимаюсь. Точно. Заниматься хочу. Давай, вместе веселее будет. Да, хорошо. А какая его хочет трахнуть из этих, я забыла уже. По-моему, та, которая посередине сидит, да? Что? А что ты за Лёшу молчишь? Что, уже разонравился? Что, я бегать за ним буду. Еще пару раз училка ему откажет и сам ко мне придет. И что, делать ничего не будешь? Зачем я буду тратить свои силы? Господи, блядь. А, ёб твою мать. Современная молодёжь, на. Ой, извините, не заметил. Так, ещё раз этот кадр, пожалуйста. На нахуй. Ой, извините, не заметила вас. Алло, можно поаккуратней? Сейчас будет драка. Сумками будут друг друга по голове бить. А ты ещё кто такая? Это моя подруга. Бать, у неё чёлка чёткая. С параллели. И вообще-то у неё есть имя. И чёлка. Её зовут Аня. У чёлки, видимо, тоже какое-то имя своё, да? Тебя мы уже вообще в принципе не замечаем.
Ладно, давайте переснимем. И она даже ничего не ответила, да? Настроения в принципе нету. Ты что, из-за нее расстроилась? Да не, из-за мамы. Что случилось? Ну, ты не видишь, как все сплетни пускают? Наташа, не задумывайся об этом. Они просто завидуют то, что у тебя такая мама. С этим надо что-то делать, а то кроме вас у меня в принципе друзей не будет. Ох, это музыка опять, да? Ну да, декабря у нас соревнования, 14-е это у нас выезд с ребятами. Да, не могли найти посимпатичнее парня, но чтобы это хоть реально как-то выглядело правдоподобнее, то, что в него школьница влюбилась. Ну, типа, окей, ну, могли бы там Егора Крида позвать на роль, да, там, вот этого тренера. Ну, как бы, ёб-моё. Ну, меня, например, можно было позвать, кстати. Вот. Такое можно было бы провернуть. Сразу бы. Я бы с училкой, если что, начал бы флиртовать, короче, с этой. Ну, мамкой вот этой девки. Привет, а чего ты тут? У нас же сегодня нет занятий. Я просто зашла спросить. Ну, спрашивай. А ну-ка. Вы можете нам с девочками помочь? Ну, смотря в чем. Мы хотим к Новому году привести себя в порядок. Могли бы мы приходить к вам после уроков? Да, конечно, приходите после занятий, я вам покажу пару упражнений. Круто, спасибо. Ну, пожалуйста, не за что. Да, ну ты идешь, сколько тебе можно? Опа. Да, конечно, иду. Значит, встретимся после занятий. Идем. Опа. Так. Интересно. Алло. Прикинь, вообще. Я тут такое узнала. Короче, давай быстрее в зал беги. Ну что там у тебя такого, что ты меня заставила так срочно прибежать? Ты представляешь? Хореограф и классуха вместе. С чего ты это взяла? Я с ним разговариваю, и тут заходит она... И тут она заходит, и они уходят. Ну по-любому ей бутся. Анастасия говорит. Даня, ну что это там, я тебя жду. Вот же мымра. Леша голову морочит, а сама с другим. С этим нужно что-то делать. Давай их разлучим. Бля, вот так вот это у девочки работает-то на самом деле. Ведь у меня же то же самое, да, мне стоит там с какой-то стримершей там где-то встретиться, да, там, не знаю, даже там на твичконе. Все, блядь! Вы видели? Они вместе идут. Они там идут вместе. Ну, они точно теперь встречаются, блядь. Вы видели? Они там на фотке вместе стоят. Все, ебутся. Давай, только сначала мы расскажем об этом всем. Точно, пойдем. О. Да, какие суки, а? Ребята, мы такое узнали про нашу классуху? Что? Короче, наша классуха мутит с хореографом. Да ну, с чего это вы взяли? Они обедают вместе. Ну, обедают, и что в этом такого? Они же коллеги, что они вместе пообедать не могут. Ну, там явно не просто рабочие отношения. О, знаете, девушки, это вообще как-то не очень интересно. Я не верю этим сплетням. И вообще, какая вам разница, кто с кем? Да ну, мне кажется, хотя не знаю. Чё, блядь, происходит? Стоп, он по плечу похлопал, начала играть какая-то романтичная музыка. Он встает и идет сзади. Что это, блядь, вообще такое, нахуй? Да ну, мне кажется... Опа, ля-ля, опа. Ух. Оу, я. Оу, май гад. Так, Стой, ты куда идешь? Подожди, а почему другой встал? Чё-то я, походу, перепутал. Ну, ладно. Люблю все эти сплетни. Я думал, типа, тот встал, которому он по плечу похлоп. Ну, знаешь ли, я никогда не верю в них, пока сам все это не увижу. Возможно, они ж не с воздуха взялись. Ой, это забей. Хочешь, я тебя с одной подругой познакомлю? Чё за подруга? Очень классная. Чё за подруга, бы? Мы с ней дружим с самого детства. Блин, ну давай. Слушай, так пошли сегодня все вместе погуляем, будет классно. Ага. О, Лиза, привет, мы как раз тебя искали. Мы тут с Дашей подумали и решили, что Настю нужно как-то проучить. Зачем? Как это зачем? Мы же в курсе того, что она натворила и что происходило. Чё там? Ебать, вообще реально. У него рация, но он охранником подрабатывает просто в этой школе. Смотри, блядь, швабра нахуй. Ты видишь, он выше, чем Галкин. То есть это я не знаю. Там 3 метра минимум, ну поэтому, ну, рация, блядь. Это забей. Хочешь... Хотя, может, это мобила, помните, как в 90-е? Такие мобилки были, там, вытаскиваешь антенну, так, хуяк, алё, блядь. Может, он там, я не знаю, бандит какой-то, бригада. Мы подумали и решили, что Насте нужно как-то проучить. Зачем? Как это зачем?
Мы же в курсе того, что она натворила и что происходило. Да, она сделала плохо, но я не собираюсь ей как-то мстить. То есть ты считаешь, что дружить ради выгоды – это нормально? Да. И поссорить с лучшей подругой тоже классно? Я не знаю, я реально мстить не буду и вам не советую. Ну, мы же не будем ее слушать. Нет, конечно. Блин, как хоррор какой-то. Вот этот кадр. Погода пасмурная. Камера приближается к школе. Страшная музыка. И сейчас такой Галкин. Блядь, я хочу кого-нибудь. Какую-нибудь девочку, дайте мне девочку. Сейчас мы посмотрим. Эх, сейчас бы Тяночку. Настенька правильные ответы напишет. Кстати, я вчера заказала себе новый блеск, но что-то он мне вообще не подошел. А я сейчас, если честно, люблю больше матовые помады. Даша, а ты сделала домашнее задание? Конечно, они у меня в тетрадке. Тебе нужно... Это они уже начинают мстить, да? На ответы? Да нет, я и сама сделала. Настя, а ты готова к уроку? Я всегда ко всему готова. Ну-ну. Кстати, у тебя получилось пятое задание? Я просто так над ним мучилась. Да, я тоже долго не могла понять, но в конце концов все-таки его решила. Понял. Нихуя себе они придумали, конечно. То есть они там накалякали всякой фигни, типа они сделали домашнее задание. И заранее, типа, предугадали, что она точно как бы возьмет это все спишет, да? Блять, а вот сука, сори за мат, но на самом деле вот шкили-то везет сейчас, реально. Просто раньше, когда, ну, я, например, я всегда списывал домашнее задание, да? Приходил пораньше в школу и перед уроками списывал. Ну, тогда как приходилось делать? Ты берешь тетрадку и из этой тетрадки списываешь. То есть надо торопиться, потому что тетрадку надо возвращать. А здесь взял тетрадку, сфотографировал и отдал. О, бля, вот это я понимаю. Ё-моё, как удобно-то, а? Кстати, вот это ты сделала? Долго над ним думала, но все-таки да. Да, согласна. И вот это тоже капец сложно. Я вот так долго делала, это вообще капец. Вероник, а ты берешь участие в конкурсе красоты? Просто сегодня последний день регистрации. Конечно, я еще вчера подала заявку. Шо? Я же говорила, что она поведется. Давай быстрее, а то сейчас придет и не успеем ничего сделать. Ю! Кого? Ты что, про меня забыла? Что это, блядь? Что за морда, нахуй? Ебать, кого, блядь? При чем ты этот кот вообще? Блядь, не, ну... Если вы хотите это как-то отомстить, напугать. К чему эта морда? Зачем этот кит здесь? Слон. Она сейчас такая откроет, а там она такая... Нет, слон! А не слишком ли мы с ней жестоки? Да ну, она же врала, что... Ебать, жестокий, нахуй. Котика нарисовали, ну это вообще жопа. Пушка, как. Пусть теперь... Жесть, ты, просто. Да, еще интересно посмотреть на ее реакцию, когда эта кошка еще и замяукает. А, в смысле? Ребята, так как Настя у нас очень любит кошек, мы с Дашей подготовили для нее маленький сюрприз. Не понял. Если вы вдруг услышите мяуканье, просто не обращайте внимания. Че? Кто-нибудь понимает, о каком мяуканье речь? Так. Чё? Да вы что, совсем уже издеваетесь Чё? Надо мной? С чего ты взяла? Вы думаете, что я не догадалась, что это все вы сделали? Эй, Мама, ты чего? Я ничего не понимаю. Мы не понимаем, что случилось. Я тоже ничего что не понимаю. Что случилось? Вы серьезно? Все же слышали, как мяукает кошка. Да вроде нет, ничего не было. Вы из меня сумасшедшую сделать решили? Сначала картинка эта дурацкая, теперь еще... А, у нее кошка померла? И кошка мяукает. Да никто ничего не делал. Может быть, ты... Ебать, жесть, конечно, тогда. Просто соскучилась за своей кошечкой. Это же и буллинг, ребят.
Я осуждаю, осуждаю. Во-во-во-во. Так вот, и вообще, это очень странно, да, если честно. Ну что, Артём пишет тебе? Да, представляешь, его как подменили. Я уже стала задумываться о том, что вдруг он действительно был занят. А как же Влад? Кто это? Он. Это Сэх, что вообще? Не знаю, я запуталась. Влад хороший, был рядом все это время. Да, он вроде уже не чужой. Но ты же понимаешь, тебе нужно выбрать. Я тоже подумал, что это Борат. Вот. Но учитывая, какой контент он снимает, конечно, жестко, блядь. Вот, но меня больше забавляет то, когда люди начинают писать в чат: «Я! Я!» Кого-то одного. Так представляю, блядь, да просто такого подписчика у себя на стриме. Знаю, просто я не знаю как. А, я знаю. И как же? Пойдем. Сидит вот это, блядь, чучело нахуй. Сидит и мой стрим смотрит. Сядем, я тебе покажу. Вот, смотри, берем листик и делим на две части. Артём и Влад. Что дальше? И ты должна посчитать, сколько у кого позитивных качеств. Она врала, что у нее кошка есть, поэтому они ее подкололи. А-а-а, точно. Ну, как пуделей на выставке оценивать, что ли? Почти. Давай считай. Смотри, Влад надежный, а Артём нет. Че? Ты поняла, я сейчас напишу. Какой Влад, бумага, что ли? Смотри, все равно одинаковое количество получается. Да что же это такое? Подумай еще. Девочки, вы мою ручку не видели? Она что, у тебя одна? Может, и одна. Ладно, пошли, пускай ищет. О, сейчас найдет листочек и пиздец. Где-то я тут сидел. Ага, ну да, где-то я тут сидел, значит. Вот тут, да, всегда говорю вслух то, о чем я думаю. Наверное, ручка где-то тут. Эх, сейчас бы училку трахнуть. Ой. О, да. О, вот она. О, а привет. Что это за мусор? А, ну да, надо мусор убрать, ведь я такой хороший, блядь. А это что такое? А что это? Артём, Влад. Интересно. Ну да, получается. А, все? Бля, хуйня какая-то. Да когда он уже трахнет училку? Когда уже произойдет что-то такое, ради чего ты... Я не знаю, будешь ждать следующую серию, сука. Ну да, получается. Ну и говно, а?